Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня выброса на природу. Вот такая погодка хорошая. Вижу, в прошлый раз всем видео очень понравилось, как и ожидалось. Взял вот показать, что осталось с прошлого раза. Смотрите, взрывали вот такую канистру. Всем очень понравилось. Поэтому, ребята, на сегодня взял вот такую побольше. Когда-то взрывал, очень понравилось. Решил еще раз взять. Смотрите, взял вот такие петарды на сегодня, Corsair 1. Короче, есть куча мощных петард. Не знаю, правда, доживет канистра до них или нет, но посмотрим. Вот такой самолетик в прошлой серии был интересный. Обязательно зайдите, посмотрите, кто не видел прошлую серию. Пулеметные ленты. Короче, очень-очень много петард различных. Так, давайте, ребятки, уберу это все в сторону, чтобы не мешало. Вот сюда. И будем сейчас взрывать эту мощную большую канистру. Думаю, видео получится долгим, интересным и насыщенным. Так. Также предлагайте взять еще больше канистру или нет. Есть огромные просто канистры. Как думаете, получится интересное видео с ним или нет? Обязательно напишите в комментарии, брать или не брать для следующих тестов. Такую огромную канистру, смотрите, вот такую. Во. Что ж, сегодня вот такая канистрочка. Давайте откручу. Так. Вот так, чтобы было хорошо все видно. Давайте начнем, как всегда, с мелких петард. Буду их по-быстрому бросать. Посмотрим, как взрываются мелкие. А потом начнем с больших. Так. Вот такой банк от фирмы Zeus. Так, бросаю сначала одну, потом две. Так, вот так немножко. Так, теперь две. Есть, банк затестили. Так, смотрите, есть у меня сегодня вот такие два Corsair Mini. Только это от Furora, а вот это от фирмы Tropic. Давайте посмотрим, как они отличаются. Вот от фирмы Furora вот такие зеленые. От фирмы Tropic черненькие. Ну давайте тестить. Так, беру три этих и три этих. Буду мелкие петарды взрывать по несколько штук. Сначала одну, потом две. Воу, раздвинулась канистра. Так, это у нас Tropic. Отлично. Так, теперь Corsair 2 мини от Furora. Так, вот так выглядит. Не знаю, почему, но мне канистры даже больше нравятся, чем какие-то мисочки, кастрюльки. Ну, в принципе, с кастрюльками тоже интересное видео. Если хотите новых видео с мисочками и кастрюльками, напишите в комментарии слово «хочу». Или просто пишите в комментарии, какие видео хотите, чтобы я снял. Ух, мощный Corsair 2 от Fieri. Так, давайте теперь затестим Corsair 3. Смотрите, есть вот такие. Не знаю, сколько взрывов, давайте тестить. Так, один взрыв. Есть. Так, теперь... Есть у меня три вот таких на два взрыва. Так, немного
не получилось. Давайте еще раз. Так. И теперь сразу две. Есть. Так, не забываю о пяти зрывках. Есть одна. Так, сработало. Давайте дальше затестим. Вот такие свистульки есть старого образца GM1. Мышка. Вечно путаю их со свистульками. Это мышка. Есть. И еще одна. Вот мне старые больше нравятся. Отличные свистульки. Точнее, мышки. Так. Есть SK4. Вот такая. Не часто их беру, потому что просто бесит. Вот этот фитиль. Купил, короче, одну коробочку. Там 100 штук. Как для своей цены, очень дорогие. Взрывается как Корсар 2. Так что не советую покупать Spanish Cracker 4. Можно что-то получше взять. Есть. Так, давайте затестим вот такое чудо пиротехники. Так, теперь вот такую розу. Роза у нас от Joker Fireworks. Смотрите, вот такой Joker. Троянда. Дымит просто жесть. Уже нагрелась. Так, чтобы еще такого затестить, давайте еще одну со взрывом от Феерии. Ух, подлетело. Давайте посмотрим, сколько тут мусора. Так, я бы его выбросить вот здесь. Смотрите, сколько шкурок с петард. Так, давайте еще выберем петард. Так, гром, жуки. Короче, сейчас будем все это взрывать. Так, думаю, забросить сначала одну пулеметную ленту, а потом за ней еще одну сразу. Хорошо, что у меня пулеметные ленты есть. Будете их часто видеть в новых роликах. Разбомбили. Так. Еще одну. Вот только вот эти коротенькие фитили. Отлично. Так. Давайте теперь затестим уже петарды помощнее. Так, вот такой гром. Есть. Так. Следующие жуки. Joker Fireworks. Ух, ребята, смотрите, вырвало дырку такую жуком. Так, поставлю канистру. Вот. Следующий жук
от феерии. Мне больше от феерии нравится. Здесь лучше вспышка и получше взрывается. Так. Ух, ребята, вот это взрыв, смотрите. Дырень, конечно, конкретная. Смотрите, после жука от феерии вообще просто разнесло. Чуть ли днище не вырвало. Так, смотрите. Вот здесь с лентой осталась петарда. Давайте ее тестим. Обожаю такие маленькие петарды. Можно разъединить и бросать вместе с лескугелями. Получается классный эффект. Кто хочет, чтобы я снял такое видео, напишите в комментарии. Так, давайте Корсары 4 забахаем. Так, два взрыва. Сальтуху сделала канистра. Следующий также будет два взрыва. Отлично. Так, чтобы еще такого затестить, давайте затестим самолет. Вот такой самолет. Так, в прошлый раз вот здесь тестили еще один самолетик. Обязательно посмотрите видео. Двойной взрыв, классные самолетики, мне нравятся. Отлично. Так, самолетик сюда, давайте еще взрывем мощных петард. Так, треугольники не взрывали еще. Так, давайте их затестим. Прилетела сюда канистра. Так, что тут у нас еще есть? К-05. Чуть не сбила канистрой. Так, смотрите, расширяется дно. Но надо что-то помощнее, ребят. А то это не дело. Так, давайте взорвем вот такую К-04. Есть. Так, чтобы еще такого мощного забахать, чтобы разорвать. Ну, давайте попробуем еще вот такие. Так, сейчас поставлю штатив, а то очень короткий фитиль, не успею так поджечь. Так, это у нас Red Bull. Золотой дракон. Ребята, руки-крюки. Не забросил с первого раза. Ничего, у нас есть еще аналог вот такой К-1000S. Ё-моё, разорвалась или нет? Смотрите, почти. По швам трещит. Жесть. Так, ну что, думаю, настало время забросить что-то помощнее. Вот такой Crazy Robots. Так, давайте забрасывать и заканчивать видео.
Просто, ребята, одна шкурка. Дальше уже не будет что взрывать. Смотрите. Тупо одна шкурка. Нужно будет еще куски найти. Где-то отлетели. Ага, вон они. Смотрите. Вот. Нашел куски, всю канистру. Что ж, ребята, за мусор не переживайте. Все со собой берем. За этот мусор также не переживайте. Это я специально взял для видео, чтобы вам показать, что было в прошлый раз. Всегда убираю за собой мусор, поскольку в лесу мусорить нельзя. Нужно, чтобы лес был чистый. Так, ребята, да, взрывали мы канистры. Короче, остались еще петарды вот такие. Перенесу их на следующее видео. Обязательно напишите, что вы хотите еще видеть на моем канале, чтобы еще такого повзрывать, как затестить эти петарды, что остались. Петарды действительно мощные. Есть вот такой Джамбо, Корсар 8. Короче, есть различные мощные петарды. Думаю, всем понравится. Обязательно напишите в комментарии, что с ними сделать, какое видео снять. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале также выходят крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Всем советую заценить. Так, смотрите, отлетел самолет, даже оторвало ему крыло после взрыва Crazy Robots. Короче, видео клевое. С вас обязательно лайк, подписка на канал, подписка на второй канал, а также предложите какую-то идею для следующих видео. Что ж, не забывайте также смотреть здесь 4 ролика, они тоже очень клевые. Может быть, вы их еще не видели или пропустили. С вами был TNT Fox. Всем спасибо огромное за просмотр. Пока-пока, ребята. До новых встреч. Жду вас в следующих интересных видео.